Вадим Ефимов с легкостью исполнит вилли, то есть прокатится на заднем колесе своего байка. С такой же грациозностью исполнит акробатические трюки прямо на мотоцикле. Стантрайдингом молодой человек занимается 5-й год. Он признается, без мотоцикла свою жизнь не представляет. Хотя увлекается волейболом, баскетболом и боксом. На первом месте все же учеба и любимое занятие. Постоянные тренировки позволили добиться определенных успехов. Сейчас Вадим готовится к всероссийскому этапу соревнований по стантрайдингу, которые пройдут в августе этого года. Для молодого человека главное – то чувство полета, которое возникает только на мотоцикле. Удовольствие, расслабление и вот как-то на этом все пока что заключается. И вот в последнее время я живу мотоциклами, мотоспортом. Для того, чтобы выполнять трюки, Вадим полностью переделал свой мотоцикл Кавасаки. Полностью переделан бак, то есть специальная вмятина, обклеенная резиной, при выполнении различных трюков не дает ягодицам скользить назад, то есть упор специальный, вот маленький есть такой. Дальше это защита мотоцикла, защитная клетка, защитный слайдер, то есть при падении мотоцикл падает и двигатель не страдает. Это выхлопная система, которая укорочена, чтобы при наклоне мотоцикла ничего не задевало и чтобы было удобно. Вот это сабкейдж, это также часть защиты, также защитные слайдеры. Дырка в заднем сиденье, чтобы туда ставить ногу, когда выполняешь какой-то элемент. Переделан у Кавасаки и руль, его делают под каждого водителя индивидуально. Также стоит сцепление легкого выжима, увеличена звезда, родная 43, здесь стоит 60. Увеличен тормозной диск. То, что делает Вадим на скорости в Рязани, не делает почти никто. Он один из немногих отважился на такие сложные элементы. Еще один любитель быстрой езды – Алексей Кузин. Для него мотоциклы – тоже образ жизни. Свобода передвижения, то есть как бы это все воодухотворяет, как-то и помогает отвлечься от всех забот, от всех напрягов, чтобы просто расслабиться. Больше зависит от манеры вождения. Если ездить спокойно, особо не нарушать, как бы ничего страшного с тобой не произойдет. То есть все зависит от головы. Для этих ребят главная страсть – скорость. Но они не забывают и о технике безопасности. Особенно это важно при выполнении трюков. Вообще, стантрайдинг – экстремальный и зрелищный вид спорта. Он символизирует силу воли, бесстрашие и умение чувствовать баланс. Это действительно один из самых экстремальных направлений мотодвижения. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».